Добрый день! Хочу вам показать, как мы сделали теплицу для зеленого черенкования. У нас была небольшая тепличка такая, пленочная, 3×4. Обтянули ее сверху белым агроволокном. Вот. А внутри, всю южную сторону, мы закрыли черным агроволокном. Потому как в том году ставили сетку, затеняющий на 80%. В теплице было очень жарко. Рассада горела. Не годится. Форсунки поставили вот такие вот. Нетофимовские, израильские. Вот, 4 штуки с одной стороны, 4 с другой. Через метр они стоят у нас. И вот мы уже залаживали ежевику. Нарезали черенков просто. Вот оставили по листочку и поставили в торф. Сейчас покажу вам клапан, какой стоит у вас. Вот такой вот клапан стоит у нас. Вода подается от станции. Вот фильтр перед клапаном стоит, потому что если напрямую ставить без фильтра, что-то может попасть под клапан, и он не будет закрываться. И контроллер сейчас покажу вам. Вот такой вот контроллер стоит. Все включается он через каждые 15 минут на 7 секунд. Сейчас вот уже видно, что осталось сколько до включения. Сейчас я покажу, как работает сам туман. Вот такой, не знаю, видно оно что нет, как бы будем пытаться. Вот весь лист мокрый теперь сверху. И через 15 минут цикл повторится такой же. Вот вся южная сторона закрыта черным агроволокном. Ну, вроде как бы все.